Заместитель председателя правительства России и губернатор Кубани осмотрели футбольное поле и даже посидели на зрительских трибунах. К проведению чемпионата мира и матчам Кубка Конфедерации должны быть готовы и тренировочные площадки. Чтобы уложиться в график, строят их даже несмотря на сильный дождь. К сегодняшнему дню там уже положили газон для футбольного поля и подвели все коммуникации. Однозначная позиция, что сегодня создается для чемпионата мира, останется для нашего детского спорта. Это серьезные деньги. После чемпионата мира мы никогда их не возьмем и никогда уже такого не построим. В этом году это контрольная проверка стадиона и тренировочных площадок. После осмотра спортобъектов проведение матча чемпионата мира Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев обсудили на совещании.